Ого, зомби-великан пришел. Посмотрите, с какой штукой будет выжигать меня, наверное. Так, быстренько его убить надо. Давай, горохострел пошел. Бабах, 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 бабах. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами как всегда Юра, ребятки, и сегодня мы будем играть в игру Растения против Зомби 2, ребятки. Продолжаем, дорогие друзья, наше сражение. Так, ну что, что ж здесь у нас? Опять наш сосед прилетел на машине времени и говорит нам о том, что... Я должен сражаться с этими злыми зомби и ни в коем случае не проиграть. Так, ну что ж, отличненько. Берем, в принципе, все как всегда, ребятки. Так что говорить о чем-либо здесь можно, в принципе, и не говорить. Так, ну что ж, дорогие друзья. Так, осталось мне... Так, а что мне еще такое выбрать прикольное? Давайте, может, вот такую штуку выберем. Пускай будет на всякий случай. Так, ну что ж, дорогие друзья. Поехали! Так, все, ребятки, я начинаю сажать... подсолнухи, потому что это, ребятки, мне нужно в первую очередь, чтобы получать, ребятки, солнышки и, а также, дорогие друзья, много получать очков. Это и есть, ребятки, вам. Так, ого, вон, посмотрите, как быстро идет. Давайте его притормозим. Я и не знал, что он так быстро может, ребятки, ходить. Давайте здесь поставим для него бомбу. Как раз, ребятки, пока он сейчас растает, на него упадет эта бомба, да, ребята? Так, сюда мы поставим этого. Пускай потихонечку стреляет, убивает. Так, сюда мы поставим вот такую штуку. Так, сюда вот так вот. Отлично. Так, он все равно сейчас взорвется, так что давайте переместим наш горохострел. Так, ребятки, в этом уровне будет две волны зомби. Не знаю, правда, какие они будут. Может, будут маленькие, может, будут большие. Точно, ребятки, вам не скажу. Так, пока там, ребятки, зомби притормозил, мы его пока что будем уничтожать. Так, ну все, я думаю, пока нам, ребятки, хватит этих штук сажать. Так, давайте там поставим вот такую штучку. Ага, там идет злой и нехороший зомбик, я вижу его, вон он идет. Так, ребяточки, ну что ж, здесь мы можем поставить, наверное, мину. Давайте все-таки ее поставим. Так, здесь поставим горохострел, дорогие друзья. Здесь этот горохострел, ребятки, пускай стреляет. Так что вот такие вот дела. Так, ну что ж, все идет, ребятки, вроде бы по плану. Ага, вон зомби-ковбой, ребятки. Надо его уничтожить срочным образом. Так мы, ребятки, сейчас и сделаем. Так, отлично. Здесь ставим бомбу. Ой-ой-ой. Так, здесь, ребятки, ставим бомбочку. Здесь ставим новую эту штуку. Здесь вот такую штучку, ребятки, поставим. И, ребятки, что еще я вам хочу сказать? Давайте поставим, наверное, здесь. Будем выставлять потихонечку нашу оборону. Потому что это довольно-таки все серьезно, ребятки. Так, все это довольно-то серьезно, это понятно. Но, дорогие друзья, сейчас уже будет первая волна. Вот, посмотрите, сейчас она, вот она. Сейчас уже практически зомбики идут. Так, ребятки, так, выставляем по всем периметрам опять наши горохострелы, дорогие друзья. Так, ну что ж, берем вроде бы вот эту штучку и все отличненько, ребята, у нас получается. Так, где мы можем притормозить кого-то, ребята? А вот здесь вот даже, например, можем на примере взять. Хорошо. Так, ага, включаем здесь и смотрим, что у нас. Плохо, ребятки, что здесь нету вишенки. Помните, какая вишенка была в первой части «Растения против зомби»? Там было в действительности круто. А здесь немножко, ребятки, нам не повезло. Так, ничего. Так, мы сейчас поставим везде орехи по всем периметрам, чтобы нас, так сказать, не съели эти злые и нехорошие, ребятки, зомбики. Так, этого сюда. Так, быстрее давайте грузитесь, потому что сейчас меня уничтожат все зомбики. Так, ребятки, надо срочно ждать ореха, чтобы он загрузился, этот орех, и в срочном порядке уничтожил вот этих злых зомбиков, которые идут, ребятки, вы видели? Он идет с этим. Ребята, вы посмотрите, сколько их идет. Вы только на это посмотрите, как их много. Ого. Так, ребятки, нам надо, ребятки, ждать, пока горохострелы... Так, ребятки, ну что ж, последняя волна зомби, предупреждают меня.
Вот она, ребятки, уже подходит. И мне нужно быть более, ребятки, таким, как вам сказать, более, что ли, держаться в стороне, или я не знаю, более осторожным. Так, ну что ж, дорогие друзья, все идет пока по плану. Зомбики, ребятки, убиваются, и это отличненько, и мы проходим игру так. Жалко, что листочков мне не попадается. Были бы сейчас у меня листочки, было бы это, ребятки, намного все круче. Так, ну что же, давайте. Отлично, 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 отлично. Так, в принципе, здесь мы можем... О, отлично, ребята, посмотрите, что я достал. А я достал, ребята, два листочка. Вау, давайте второй даже используем. Ого, ребята, бумеранги. Вы видели, сразу с четыре стороны пускает эта штука бумерангов. Классно. Так, ребятки, ну что, мы прошли, и отлично, и мы нашли чью-то рукопись, ребятки. И берем вот этот листочек бумажечки и получаем что? А сейчас мы, ребятки, с вами и посмотрим. Ага, ребятки, разыскиваются мозги. Вот это да. Ребятки, мои мозги пустили, ребятки, в розыск. Так что давайте с вами посмотрим, что же нужно с ними делать. Так, ага, вот и злой, ребятки, зомби. Самый главный из них. Он пытается, ребятки, мне, как всегда, навредить. Ого, ребята, вон там зомби большой, вы видели? Сажай, ребята, давайте сажать этих зомбиков. Зомбики-то идут, ребятки. И это уже есть, ребятки, нехорошо. Так, сюда ставим бомбочку. Сюда ставим орешек, чтобы они не прошли. Сюда ставим тоже. В общем, у нас будут по всем периметрам, ребятки, разбросаны боеприпасы, орехи и прочие вещи. А, ребята, вы видели, он съел, и таким образом его газы убили. Так, давайте вот этого здесь поставим. Так, ага, вон вижу. Вон вижу, идет нехороший зомбик. Все, в него надо уже, ребятки, начинать стрелять. Что мы, в принципе, с вами сейчас и будем делать. Так, надо, чтобы ни один зомбик, ребята, не прошел на нашу плантацию и ни в коем случае не смог вообще вот даже кусочка откусить, ребята, от наших благополучных сортов горохострелов, ребятки. Так, ну все, ребятки, пока все идет так, как надо. Вроде бы никто меня не обижает. Так, ага, все, вижу, вижу, сюда поставим сейчас. Так, ну что ж, ребятки, здесь будет две волны зомби тоже. И мы с вами посмотрим, насколько мы сможем отразить с вами, ребятки, эту атаку. Так, отлично, ребятки, мы взяли листочек с вами. Так, вот эту штуку, дорогие друзья, мы поставим сюда. Я не могу ее поставить никуда. Что ж такое-то, а? Да, что ж ты будешь делать? Вот сюда. Так, отличненько все вроде бы так. Этот сюда ставится, этот ставится сюда. Ага, я даже могу посадить еще один, ребятки, горохострел вот сюда, вот, ребятки. Это молодой горох такой, который будет стрелять у нас во всех направлениях. Так, отлично. Так, ребяточки, ребяточки, ребяточки. Мне уже некуда садить, ребятки, горохострел. Я уже не знаю, куда их садить. Зомбики-то идут, понимаете? И это уже говорит о том, что мне нужно использовать, скоро будет, ребятки, суперсилу. Так, ну что ж, пока, ребятки, все отлично. Вроде бы. Пока идет, ребятки, все супер у меня. Так, это сюда, это сюда. И сейчас, ребятки, будет первая волна. Посмотрим, как мы сможем, ребятки, ее отбить, собственно, с вами. Так, этот зомбик сюда. Так, все, ребятки, у нас есть три листика. И давайте, наверное, что ли, начнем стрелять. Только из чего, я не знаю, ребята. Давайте с этого. Ого, ребята, вы видели, как я? Ого, вот это да, вот это я стреляю, вот это круто. Так, сюда. Ого, вот это листочки все-таки дают, ребята, надбавку. Ага, вон, надо убить срочно этого зомби на пианино. Вот они танцуют. Огромная волна идет. Быстрее, Юра, давай быстрее. Ставь, ставь, ставь. Все отличненько, вроде бы все, ребятки, супер. Так, этого сюда тоже, ребятки, пускай растет и убивает этих злых и нехороших зомбиков. Все, ребятки, вроде бы мы немножко с вами освоились.
Так, ну что ж, ребятки, все просто круто, все просто замечательно. А, моего этого хавают. Растения мои пытались съесть. Ого, зомби-великан пришел. Посмотрите, с какой штукой будет выжигать меня, наверное. Так, быстренько его убить надо. Давай, горохострел, пошел. Бабах, 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 бабах. Давай, давай, я знаю, ты сможешь его убить. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же вы делаете? Получай, получай по заслугам, получай. Получай. Ох, отлично, ребятки, мы его отлично прикончили. Круто, ребятки, все, он погиб. Так, дорогие друзья, опять где-то зомби танцуют. Вот они, ребятки, уже подходят. И это, ребятки, не есть хорошо, потому что они просто-напросто, ребятки, меня уничтожат сейчас, если пройдут на мой периметр. Так, а куда же мы с вами будем садить теперь горохострелы? Теперь уже некуда садить. На рельсы же я не могу посадить. Нет, на рельсы, ребятки, я посадить их, оказывается, не могу. Так, ставим сюда нашу бомбу-вонючку. Пускай она взрывается на них. Так, ребяточки, сейчас будет последняя волна зомби. Но мы пока временно, ребятки, пока временно посмотрим вообще, что мы сможем сделать. Так, пока, ребятки, вот так вот. Так, отличненько, отличненько все идет. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте вот так вот сделаем. Давайте сделаем вот так вот, потому что как же по-другому? Я вообще, получается, не могу. Я проиграю, если они сейчас, ребятки, пройдут на мою линию. Опять, ребята, великаны идут. Два великана пришли. Ой-ой-ой-ой, что творится-то, ребята? Два великана пришли. И мне просто сейчас, ребятки, просто-напросто не поздоровится. Вы только посмотрите, какие они огромные. Давайте, малыши, горохострелы, я в вас верю. Давайте, давайте, давайте. Так, давайте вызовем, ребятки, вот этого, короче. О, отличненько, ребятки, у нас есть уже вот такой вот горохострел большой. И сюда тоже мы можем его. Все, и пускай потихонечку уничтожают этих маленьких зомбиков тоже, которые, ребятки, там сидят. Ребятки, идет зомби, я не знаю, что с ним делать. Я даже орех туда не могу, ребятки, поставить. Ну ничего, а по-другому, ребятки, и не сделаешь. Так, ну ничего, ребятки, сейчас он проедет, пройдет и все. И мне хана, если он пройдет туда, да? Да, ребята, да. Ребята, большие зомби прошли на мой, ребятки, мозг, на мой огород и съели мои мозги. Ребята, как так-то? Мои мозги были съедены. Это просто, просто невозмутимо. Так, подождите, ребятки. Если эти зомбики съели мои мозги, значит, я могу как-то на это повлиять, чтобы они теперь их не съели. Так, а что же мне нужно было делать, ребятки? А делать мне нужно было следующее. Делать мне нужно было, ребятки, следующее. Мне нужно было срочно отдаваться другим, ребятки, приказам. Мне надо было срочно действовать, ребятки, по другим планам. Да, ребятки, немножко я неправильно поступил, но ничего. Сейчас, я думаю, мы с вами не допустим, ребятки, таких ошибок, как в прошлом. И обязательно пройдем с вами этот уровень. Так, стой здесь пока что, временно. Так, это сюда, это сюда. Так, ага, идут зомбики, вижу, вижу. Давайте их приостановим временно. Этого сюда. Так, 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 следующее, ребятки. Что у нас следующее? Ага, это сюда. Дайте мне орешек, пожалуйста, потому что моего сейчас горохострела просто-напросто съедят. Так, это сюда. Это сюда орех. Так, ребятки, ну что ж, война войной, как говорится. А воевать, ребятки, все равно надо. Так, давайте поставим сюда еще бомбу-вонючку вот такую. Так, пока туда вот этого поставим. И сюда вот этого, ребятки. Сюда вот этого. Вот этого сюда. Вот этого сюда. Так, ребятки, надо оборону выстраивать правильно, потому что, чтобы не было потом разных приколов. Типа, я не видел, я не знал и все такое. Так, бомба-вонючка его сейчас уничтожит. Так, скоро уже будет первая волна, ребятки. Надо обратить внимание на то, что первая волна — это довольно-таки тоже серьезно, ребят. И надо больше внимания уделять этим зомби, потому что я их недооценил. И маленький зомби, ребята, приполз на мой огород, дорогие друзья. И я ничего не смог с этим поделать.
И таким образом, ребятки, я проиграл. А мне нужно, ребяточки, ни в коем случае не проигрывать, потому что это немножко неправильно. Так, ребятки, надо выкопать эту штуку и посадить сюда грехострел. Так, это мы можем посадить сюда. Так, сейчас будет уже первая волна, ребята. Так, отлично. Этого сюда, ребятки, давайте посадим. Вау, 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 подождите. Куда же этот идет зомбик нехороший? Так, ребятки, приближается первая волна. Предупреждает меня компьютер. И мне нужно срочно как-то готовиться. Так, ребятки, ну что ж, где... Самое главное, где с пианином зомби? Надо узнать, где с пианином зомби, потому что именно он, ребятки, именно он, ребятки, мне и нужен. Ага, вот он. Давайте его, собственно, с вами сейчас и прикончим. Так, ну что ж, ребятки, все отлично, вроде бы отлично. Мы с вами его прикокошили, и нам осталось, ребятки, теперь уничтожить вот этих нехороших зомби. Так, ребята, где бомба-вонючка? Ага. Давайте листочек возьмем и бомбу-вонючку, ребятки, поставим сюда. Так, ребята, опять идут эти злые и нехорошие зомби. Вы только посмотрите, сколько их идет, ребята. Так, давай стреляй в этого нехорошего. Ага, там идет этот, ребята. Надо двухстороннего посадить, чтобы он потихоньку убивал их. Так, сейчас опять этот маленький нехороший зомби будет стрелять, ребята. Убивайся, давай быстрее. Большого зомби надо убить, ребятки. Да что ж ты будешь делать? Я не знаю. Вон этот малыш. Опять этого малыша надо убить, ребятки, их срочно. Ребятки, а как убить малыша мне? Надо срочно малыша, ребятки, остановить, потому что малыш сейчас пойдет на... Ребятки, на мой... Давай, куда же вы идете, ребята? Ребятки, они сейчас пройдут в эту, в мою мастерскую. Ни в коем случае, ребятки, не надо их пускать туда. Надо срочно их уничтожить. Всех до одного, ребята. Всех до одного, помогите. Так, ух, ребятки, вроде мы с вами немножко справились. Так, нам надо убить самого главного зомби. Вот он идет и танцует, ребятки. Давайте быстрее стреляйте, потому что на мою, ребятки, болото пытаются зайти нехорошие зомбики. Все, ребятки, быстренько давайте собрались все вместе и помогаем, так сказать, улучшаем наше, ребятки, будущее. Потому что сейчас будет вторая волна, и я не хочу, чтобы они, ребятки, сюда пришли и опять принесли какую-то беду. Пожалуйста, ребятки. Так что давайте друг другу как-нибудь поможем. Аккуратненько, аккуратненько. Потому что мне уже становится, ребятки, как-то немножко не по себе. Так, ну что, сюда... Ага, все, отлично, вижу, я нашел вот такую вот штуку. Так, сюда мы ставим, ребятки, орешек. Пускай потихонечку будет убивать всех... То, ребятки, идет на мое, так сказать, болото новое. Ага, вон я вижу, идут, ребята, вот они идут. Так, один тут, один там. Надо срочно их уничтожать, ребятки. Так, давайте передвинем, ребятки, сюда эту штуку. Пускай тоже стреляет. Так, ребятки, ага, вот он этот нехороший зомби. Давайте этого выкопаем, а с бомбу-вонючку для него поставим. Так, все, сейчас он ее съест, ребятки, и... пукнет и проиграет. Все, а мы туда тем временем поставим нормального чувачка. Так, ребятки, и второе, что нам нужно знать, это нам надо срочно поставить... Ай-яй-яй-яй-яй, куда же ты пошел? Ты не в ту сторону немножко пошел, а как же мне убить их? Ребята, нечем убивать, реально нечем стрелять. Ну реально, как мне убить этих великанов? Куда же ты идешь? Куда же ты идешь, а, злой и нехороший великан? Ни листочка нет для меня, ребятки, ничего. Ребята, абсолютно ничего нет, и я ничего не могу с этим сделать. Ну, он прошел, ребятки, опять, я проиграл. Ну, что это такое, а? Вот как мне его убивать, ребятки? Ну, ладненько, ребятки, в следующий раз мы с вами обязательно, ребятки, выиграем какие-то, сделаем немножко покруче полномочия, чтобы у нас были... Так, у нас есть, ребятки, денежки. И за эти денежки мы с вами можем, наверное, что-то купить. Ну, я точно не уверен. Но, ребятки, выращивать мы точно что-то можем. Смотрите. Поливаем.
А, и потом мы соберем кристаллы с них, да? Все отличненько, дорогие друзья. Мы с вами соберем в скором времени с них кристаллы. И я думаю, что в следующий раз, ребятки, мы уже обязательно с вами выиграем, дорогие друзья. А мне приходится, дорогие друзья, с вами прощаться. Мы встретимся, ребятки, в следующем выпуске. С вами был, как всегда, Юра, ребятки. Вы были на канале Вечное Детство. Подписывайтесь на мой канал, ребятки. Пока-пока.